Не надо никому палец. Кидай. Ну, только если на мейн. Ну, на мейн кидайте, если надо. Ну вот, отдавай мобильному хилу. Обмен денежный или че? Да, хорошо, да, балава. Подожди, да когда я тебе кину обмен. Ой, дам тебе ИП, можешь ходить. Обмен кому кольцо? Я сейчас ищу тебя где-то. Я около треугольника, около трусов. Рядом. Я не вижу, кто просил. Можешь дать принт в обменный кул? Я на лестнице, короче. Я сейчас приеду. Васап, а ты не в курсе вот эта вот длань, как же она называется, таунт у паладина, который 8 секунд КД, он моментальный или он диминишен, блядь, это, ГКД подвергается? Нет, какие в курсе таунты? Покори. Там два таунта, бля, у протопала. Протопал, бля, не смог поймать босса, блядь. Сейчас тебе скажу, кому отдавать. А что там вот в описании написано, типа, если цель таунтится, если цель не на вас, то наносит урон, да? Или как? Так, отдавай певчему, он выше всех. В смысле, певчий вообще-то не рок, не маг, не друид, не... А, ясно. Тогда отдавай, я тебе скажу кому. Ну ты ИРЛ. Я просто не смотрел, что за токен упал. Ну ты вообще... Чё ты это пишешь? Так, тогда давай я с Ризу. Нет. Да. Так. Это Олег, ты здесь? Олег, ты тут? Да, я тут и читаю. Можешь здесь прорелить? Потому что я висну очень дико. Уже с нуля как. Знаешь, у меня сейчас желания в таком рейде нет прорелить, честно. Давай попробуем. Ну тогда раз... давай сделаем так. Я тебе дам ассист, а ты просто на себя метку ставь и все. А я буду говорить, что делать. Надо кого-то, кстати, поискать. Девушку. Я предлагаю Бладдека. Рогу поищи вместо мага. Слишком много магов в рейде. Ну, и третий должен был зайти на Рогу еще не знаю когда. Но он почему-то не заходит. Напиши третий, потому что я ему писал раз 10, а он мне не отвечает вообще. Тебе он вроде отвечает. Каноп, что-то не нравится, все жалобы на форум. Вот, блядь, с твоими шутками, когда ты вайпаешь, говоришь, вайпаешь рейд на Синдре и говоришь, идите нахуй, блядь, я просто, ну, я... Да, я не знаю, у тебя что-то, ну, неправильно там, ты понял. Ну, это было так, это не только я так понял, это многие кто поняли. Да, ты не знаю, ты что-то придумал. Пожалуйста, дослушай меня, я тебе больше ничего сегодня не скажу. С такой игрой, как у тебя, я просто бы закрыл бы свой и рот, и молчал бы нахуй до конца рейда, блядь. На каждом боссе срывагра, я просто, ну... Я в ахуе. Просто ноль. Мне ноль. Кажется, ниже нуля. Просто, да. Я добрал тебе человека. Я вижу. Можешь распределить стан и так далее? Мне надо отойти буквально 2 минуты. И на форум жаловаться, или самому рейды собирать. За БДК ходить. Ну так я ходил за Бладдека, ни одного срыва агро не было за рейд. Ну да, конечно, я помню. Что ты помнишь? Что маги, что вары с тебя срывали. Так же все. Чё бафы? Чё, помолчите, я там назначу станы. Как, идея такая? Давай, Лимошка. Да. Лимошка, будешь станить трусы. Пухнастик, ромбик. Так, кружочек, экстримка, ты зашел в РК? Да. Дай, пожалуйста, кружок, первую волну, первая валька. Вторая волна, Машуленька.
Бафы, что, есть какой-то баф? Бафы? Какие тебе надо бафы? Нет, я что-то бафы или нет? Не знаю, побафай что-нибудь. Ну, у меня пока ничего нету, кроме кулака. Ну так баф не каска, будет каска. Ну да, Войт, ты самый адекватный тип. Ты вайпаешь рейд на Синдрей, говоришь, идите нахуй, ребята. Ну, блядь, ты самый адекватный пацан. Мне кажется, блядь, ты что-то неправильно понял, не знаю. Нет, это так звучало. Ты вайпнул рейд, тебе об этом сказал. Мне кажется, сказал, ты что-то нахуй неправильно услышал. Не, мне кажется... Блядь, давайте не сейчас уже, а все уже надоело слушать этот бред, блядь. Очень важно, вот ваше общение здесь, в этом рейде, очень классно. Продолжайте. Да просто, Олежка, у меня в натуре проиграет от его ебучей тупости. Он либо прикидывается... Пиши в чат, в ПМ. Всё. А можно как-нибудь посмотреть, сколько... подождите, сколько, допустим, дланей спасения было кинуто паладинами за рейд? Есть такой аддон? Ну, просто интересно. Но... Что вы хотите обсуждать сейчас? Ты ему выключил звук, что ли? Что он вливает с рейда? Ну да. А зачем его слушать? Он же не останавливается. Низко, даже для тебя это низко. Для меня? Что для меня низко? Зачем так делать? А зачем его слушать? Мы же трай начинаем. Там Валера в онлайне. Мне было интересно послушать. Я не знаю, если вам интересно, люди время сидят, тратят сейчас. Бля, у меня просто голова трещит. Я после работы пришел, я хочу отдохнуть. Вы занимаетесь полной ересью? Я вот про то же говорю, я тоже с работы пришел и тоже как бы жду начала трая. Сейчас зайдет ралли. Захожу я такой в рейд. Меня добирает на ребро. Сворачиваю окно, захожу в РК, уже пуляет босса. И рейд падает. Пул рейда за стеной, да? Не. Это вот. Сейчас ралли зайдет магом. Потом на леди. Я не дошел до комнаты, спулили. А, без бафов, без ничего. Там где-то вылетал три раза. Прикольный рейд. Немножко баф и прота. У нас ДЦ есть, не надо оно. Ну, пусть надо баф. Вдруг ДЦ упадет. Ну, упадет, я захилю. Мы и без его баф. Нормально будет. Мана регенится при получении урона, а урон получаем мы практически всегда здесь. Давайте шкаф, это мана смена. Вот маг умные вещи говорит. Не, лучше кинуть вместо него лока. У него с маной больше проблем, чем у мага. Ты распределил стан, Олег? Делай, что хочешь, да, я распределил стан. Только бычку, да. Давайте пока чек на готовность. Мракс, что тебе не хватает? Ясно.
Дадите ему фласку и все успеете. А гимненоман, ты тоже сказал, кто первый дает, кто Перенеси второй? Перенеси он Узумаки в пати. Неужели прибыли сейчас. Наконец хваленые силы света? Васап, ты говори лучше в РК, ладно, а то я могу не прочитать. Угу. И сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. А друиды вам сказали, кто кому инер заливает? Меня слышно? Тогда Пухнастик заливай Кукуваси, Даксон заливай Гутерболу. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничности. Да будет так! Герои в атаку! Давайте бьем меча. Сейчас будет ловушка на миликах, побежали, готовимся, чума 5 секунд, 2 секунды чума внимательно, 1 секунда чума внимательно, LG выноси чуму, диспел, диспел его, диспел, немножко от мили назад, отведи, метров на 10, милики ловушка, побежали, ребята, тоже двигаемся. Сейчас будет еще одна ловушка. РДД побежали. Готовим сейчас, скоро чума будет, звездой двигаемся. Да. Чума одна секунда. Айсерис, выноси чуму. Айсерис, выноси чуму. Все, диспел, герой, диспел. Так, она на мелком мобе. Бля, сейчас поставлю метку на нее. Возьми на себя звезду. Там великая ловушка. Там звезда, видишь, вот, молодец, взял. Готовим сейчас еще одну ловушку будет. Сейчас обафнула, РДД побежали. Готовим сейчас еще одна чума, одна секунда. Певчи выноси, певчи выноси. Все, диспельте его. Готовим сейчас еще одна ловушка будет. Милики ловушка, милики ловушка. Вася, ты там обновляй, пожалуйста, свой водный щит, ты уже по мане сел. Давайте РД бежим к звезде. Готовимся. Милики побежали в РД зону. Сейчас чума пухнастик выноси. Побежали на край. Давайте там гимн на ману. Кому там сказали? Или тотем ставьте. РДД растеситесь, пожалуйста. Или просто дисплей себе. Видите дух. Бейте нового духа. Сейчас будет переходка. Так, побежали. Побежали к лечу. Становимся в звезду, как в одно целое. В звезду становитесь. Войду хильте. Так, сейчас вальки будут спускаться. Я в кружке. Так, двух валик сливаем, осквернение, одна секунда. Милики влево выносить. Рассосить по площадке, сейчас осквернение будем выносить. Узумаки, повезло. Давайте бейте кружочек, молодцы. Тригольник добейте. Тут еще, все, бейте лича. Гир, давайте. Гир, давайте. Шаман, гир, давайте. Оскорнение понесете в сторону портала.
Звезду остановитесь. А, я понял. Тогда повезете отхернение вправо. Кидать вас. Да, давай. Рейд побежит влево. Так, готовимся к первому. Машуля на тебе. Убегаем от него. Давайте, давайте им стану. Бейте, Валя. Хорошо, что там никого. Гнев небес, только по моей команде давайте. Давайте, разбивайте их. Трусы добейте. Трусы. Ну. Ну что, бейте лича. Сейчас осквернение вынесем. И побежим в центр. Да, уже. Я улетел на Валя. Все, сейчас осквернение вынесем и побежим в центр. Экстерикова на тебе, давай, веди его сюда. Давай сюда его веди. Лёдочку становитесь. Так, и разбивайте вальки. Я ромбик и разбивайте. Разбивайте ромбик и кружочек. Ромбик разбейте обязательно. Гнев небес, дайте гнев небес. Гнев небес, дайте. Давайте, 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 давайте. Еще один стан, повезло. Давайте кружочек добивайте. Добейте на трусы, бейте кружочек. Стан еще дайте, стан гнев небес какой. Все, молодцы. Давайте бьем лича. Так, сейчас осквернение выносим. Осквернение вынесли, миликер. Дождники, отойдите, пожалуйста. И потом звезду становитесь. А, блядь, ошибочка. Ладно, шо, бейте кружочек и ромбик. Кружочек и ромбик добивайте, или можете насесть. Только не прыгайте, пожалуйста. Дайте станы, станы, станы. Кружочек добейте. Вот. Так, давайте переводите лича. Гимн на хп какой сил надай. Гимн на хп какой сил надай. Все. Давайте на край. Сейчас гимн на ману какой-то дайте. Давайте гимн на ману, то там ставьте. Надо куковайся. Тебе ману залил. Бейте дух. Новый дух появляется, ты переключаемся в новый дух. А, потом добьем. Хаму, помоги сфера. Нового духа бейте. Так, у нас на площадке Дарксон был. Вот я его потом подниму. А Пухнастик, а ты поднимешь мобильного пила. Так, какой сегодня тебе дух? Бейте нового духа. Каждого духа. Поднимем их после комнаты. Уже не рисковать, мало ли не успеем захилить. Все, бейте старого духа, добейте сферу, пожалуйста. Так, комната. Как ты 100 грамм тебя обогнал? Так, за звездой двигаемся. Ты в вальке был, что ли? Побежали. Угу. Прохиливаем, побежали. Скажешь там, когда истерили после комнаты. Духом бейте, духом. После следующей. Я поднимаю Даксона, Даксон поднимешь. А, Пухнастик поднимешь этого. Это будет какая-то штука. За одну не успеешь, за минуту. Нет? Мобильного хила поднимешь. Сейчас с комнаты выйдем, поехали. Давайте сюда бежим, захиливаемся. Сейчас нас выкинет с комнаты. Стоим на месте. Так, поднимаю Даксона. Даксон, вставай. Захиливаю. Пухнастик, поднимай мобильного хила. Веди его к этому. Где он лежит вообще? Блять, сейчас деду бьют. Сейчас поставлю на него кружочек. Все, все, вот. Вижу. Поднимай его. Давайте бежим, сейчас осквернение выносим и бежим сюда, везде.
кидаю. Али не надо, не надо. Бля, кидай. Сука. Прячься под меча, сейчас прячься, Войс, поворачивай его к нам, к этому, к жопе, поворачивай его к нам. Иди его потихонечку, у нас должен быть один из комнат. Чуть пизды не дали духи, блядь. Блядь, это я прожал нахуй. Сакла, блядь. Давайте бежим. Бежим, бежим, бежим. Вроде как есть. Двигаемся за звездой. Так, побежали. Блять, как ты сдох? Как-то пахнет меня много, мне все равно не мало. Ну ладно, все, побежали сюда. Стоим сейчас, хлопнем, все, побежали. Сейчас нас выкинет с комнаты, это будет осквернение. Что, побегаем с лича? Блять. А, забирайте босса, босса, забирайте его. Там тебе, все будет, забирай, забирай. На ману пою. Давай, пой на ману. Дай тебе лапу, дайте ему баф. Крик на хп тоже дайте. Так, по идее должно быть осквернение. Вот, ух, Настик, выноси его, выноси его. Давайте звезду становитесь. Вот, поворачивай босса жопой к нам. Идите к звезде, к классе. Лимошка, закиливайте. Сейчас машина должна в комнату кинуть. Пойдем, все равно, пойдем, все равно. Ну, подойди его сюда. Так, давайте к звезде. Духов бейте, там кто-то упал, может духов не бить. Маг, так, за... помогайте хилить. Сейчас я чешку прожму. Все, побежали. Посильнее бейте, то... Так, стоим, сейчас я вас подхилю немного. Все, побежали. Зумаки тоже пьют? Маки тоже пьют. Так, стоим, стоим, сейчас там хлопнет, и мы побежим. Все, побежали. Сейчас осквернение выносим и убегаем. Бежим к порталу бежим. Бежим, 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 бежим. Давайте к звезде становитесь, миликер, дзэшники. Вот, а ты его поворачивай. Надо его мордой там танчить. Стой, стой, стой. Звездочку становитесь. Бутербол, не упади, пожалуйста. Я только не хватаю. Я делаю потихоньку, сейчас осквернение будем выносить. 2 секунды осквернения. Варим на ком. LG на тебе. Выноси его. Все, бежим. Улыбим. Че у тебя там? Поворачиваю к нам. Сейчас нужно закинуть комнату, встань. Короче, без КД истерия. 50, да? У тебя что там, жажда КД? За звездой двигаемся. Да, ну и лагает, конечно, у меня. Давайте двигаемся за звездой. Ой, блядь, спрячьтесь. Побежали, побежали. Так, подхиливаем. И снова побежали. Так, стоим тут, стоим, 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 сейчас хлопнет там, все, побежали. Давайте в уголок, сейчас там хлопнет, и мы побежим. Все, побежали. Бежим, бежим, бежим. Сейчас нас скоро выкинет с комнаты, 5 секунд. Все, бежим. Так, осквернение, бежим к порталу, бежим, витамин на тебе. Давайте, Гер, шаман. Гер, давайте. Бейте лича. Бутербол не сдохнет.
Ты молодцы. Только стой на месте и добивай. Молодцы. Заебись, никто ничего не срывал. Я в драйв били. Так, Мракса тебе лут не надо? Нет. Ну я тебе тогда сейчас 500 ЕП дам, поднимешься, можешь потом делать. Угу. Так, Олег, там себе сам себе ИП начислишь. Ты отлично обучил, Фордринг. Че, там не надо сейчас шеемом ударить или что-то в таком духе? Нет, ты просто его сейчас. Если ты насчет квеста, ты просто его тачку должен быть. А, слушай, так у меня же типа двойной там на хантач перекинуть как-то можно, нет? Ну я тебе дам сейчас ИП и все. Или тебе еще не привязали. Я хуй не знаю. Я просто говорю, ну мне типа маку лоу уже. Так, а какой ник твой мага? Ну вот, Мараксус. А, точно. Не, его не привязали. Ну, понятно. Попроси Олега там, чтобы он привязал тебе. Ну, я туда просил уже. Пойдет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Чешется. Че, сейчас в ВРС-ку пойдете? Невозможно. А, Ваня, ты здесь? Я тебя голос включил. Да, что? Тебе на кого ЕП давать? На берету. Ты понимаешь, я не могу просто смотреть, как такие, как ты, играют. Мне сразу хочется удалить эту игру и выкинуть компьютер в окно, блядь. Так, наверное, тебе так и надо сделать. А оскорблять людей незачем. Я тебе говорил впервые по факту, значит. Ты вместо этого, ты начал отвечать мне тупыми ответами, которыми ты только раздражал меня. Вот и все. Знаю, что вот, ты себе придумал, потом, что ты срывал игру, видимо, это по своим каким-то проблемам. Я констатирую факт. Придумываешь себе ты. Я констатирую конкретный факт. Факт в том, что просто Омен, скачай тобой, и смотри туда. С тобой... И будет туда. Так я скачал, Омен, я... Так у меня и так все без проблем. Это у тебя проблемы, ну, с игрой, проблемы за головой. Проблемы сейчас у тебя, у меня нет проблем. Тебе мут опять дать? Ты не можешь оскорбление прекратить? Какое оскорбление? Как я тебя оскорбил? Ну, проблемы у меня с головой нет. Ну, как ты это можешь доказать? Судя по твоим ответам, она присутствует. А ты как можешь доказать, что ну, у тебя потому проблем что нет? Слышат, ты удовольствие от игры не получаешь, это не твоя проблема, пожалуйста. Не моя. Нет, я, ну, ты сказал, как я могу подтвердить? Люди слышат, как ты отвечаешь мне, и они уже понимают, что у тебя действительно проблемы какие-то. Давай я тебе сейчас один раз скажу, я тебя слушать не хочу, мне не надо то, что ты мне хочешь что-то доказать. Да, ну тогда кинь игнорировать звук и все. А что ты хочешь людям рассказать? Они тебя тоже хотят слушать? А? Ну, кто не хочет, пускай кинет игнорировать звук, кому я не нравлюсь. Так пускай всё. Ты офнишься просто. Не, давай ты офнишься. Не, я ему сейчас начислю ГП. И... Так лень это все разбирать, а зачем вам это надо вообще?
я не знаю, что зачем кому надо, но. Да не, просто они не меня взбесили, понимаешь? Нет. Потому что человек взял по сути замечание, он начал огрызаться и давать тупые ответы, типа ты виноват, так дальше, типа в том, что он не умеет играть. Ну, меня это начало раздражать, потому что я хотел поиграть в свое удовольствие. Я хоть раз там в месяц там постоянно так, хожу тогда, так. Так тогда оф не РК и играй в свое удовольствие. Умер, умер, ты виноват. Нет, я офнул бы тебя с этого мира. Ну так офни, чё ты? Чё ты разговариваешь-то? Да хреново, что ты далеко, ну, так бы я тебя в натуре офнул. Ну, отмазки. Это не отмазка, это констатация факта. Мне кажется, тебе надо пойти отдохнуть. У тебя слишком много нервов потрачено. Мне кажется, тебе надо пойти отдохнуть в окно. Ты, наверное, не умеешь свои фразы оригинальные строить, да? Повторяешь за людьми? Да не, это так-то я эту фразу говорил постоянно. Да, это весело. Прочитал у мудреца какого-то, очень, да, очень весело вас слушать. Да мне тоже весело, я поэтому мут ему дал. А вы, видимо, хотите продолжения, да? Да, в этом нет смысла, в этом вашем диалоге. Я согласен, что нет. Я хожу в рейды, очень игнорировать давно, звук, все, я этого тупого заигнорировал, нет желания его слушать. А будет прилив каким-нибудь, нет? За прилив 1406 ГП дается? Да. Ну, Маша, значит немного. Австралия, что ты там спрашивал меня? Я говорю, рейды будут какие-нибудь. Я тебе накинул ИП. Я не про ИП. Я говорю, рейды сейчас будут какие-нибудь. Не знаю, я вот сходил на пару боссов, такое ощущение, что я часа 4 был в солчат. Ты, кстати, это... А можно спросить, зачем? За что дали 8600 ИП? Ну это двойной ИП. Человека дело одного персонажа на фул в 2 спека. И он может сделать двойной ИП себе. То есть фуловый персонаж